На станкозаводе 17 и 18 августа пройдет второй хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге». Участников ждет насыщенная программа, в центре которой лекторий с ведущими экспертами в области коммуникаций, событийного менеджмента, городского развития и бизнеса. На фестивале также организуют открытую зону со сладостями и напитками. На крыше можно будет поучаствовать в мастер-классах по декорированию сумок и телефонов, поиграть в настольные игры, сделать переводные тату и обсудить идеи в коворкинге, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает о ежемесячной выплате обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Право на получение выплаты имеют лица, обучающиеся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, заключившие договор о целевом обучении с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории Самары. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале приглашает жителей поучаствовать в семейном марафоне «Мама, папа, я – добрая семья». Марафон добрых дел пройдет с августа по ноябрь этого года. Присоединиться к марафону может любая российская семья. Выбирайте интересное для себя направление волонтерства и выполняйте задания. Самые активные семьи получат призы.